Гормональный фон женщины впрямую зависит от работы печени и от работы желчного пузыря. Если же у вас есть застой желчи, полипы в желчном, камни в желчном и в целом есть проблемы с печенью, повышение АЛТ, АСТ, повышение билирубина, жировой гепатоз печени, то несомненно у вас будут проблемы с женскими репродуктивными органами, такие как эндометриоз, миомы, полипы, фиброзно-кистозные мастопатии, различные нарушения менструации, вплоть до отсутствия менструации, а также ранний климакс. Все это происходит, потому что печень и желчный пузырь выводят из вашего организма токсичные эстрогены, которые вырабатываются в вашем организме, которые должны выводиться печенью и желчным пузырем, а также каловыми массами. Если же у вас есть проблемы в фильтрационной системе, то это значит, весь ваш организм будет в токсинах, то есть в ксеноэстрогенах. Это состояние, несомненно, приведет к эстрогендоминированию и к тем заболеваниям, которые есть у многих женщин.